Всем привет, ребята. Мама там кушает. Всем пока. Ну там же вот что-то синее. Вот это вешалка. Ее зовут Ася. Так где? Вот. Ася. Вот это. Саша, а вот там... Даня, у тебя все хорошо, дитя мое. Всем пока. Мой телефон, Даня, отдай мне его. Нет. Полотенчик не брать, да, не трогай его вообще руками. Холодильник у магнита не будет. Все, нас проветривали. Молох. Медленно и плавно, чтобы кадр не скакал. Потом что мы отправим? Потом покажешь. Я вот такую застегивалку на молнии хочу. Застегивалку. Ага. 13 и 2 спит. Туда вот в лесу приходится. Там тропинка есть. Я не хочу. А только... Ну, иди туда там. Ага. Главное. Вот блевушка. Это непонятно что. Клетка какая-то, что ли? Какая дощечка. Буквенная, что ли? Непонятно. И стул какой-то. Что он там? Такой серьезный стол не заметили вчера со сосновым. Да. Мама говорит про вот этот стол. А я говорю про вот этот вот пруд. И что там вдали интересно? Это пожарная безопасность. Это непонятный плод. Вон там вот улей. Там лодочная станция, главное. Да, лодочная станция. Вот, лодочная станция, вот она. Станция, где можно брать лодки в прокат. И сейчас я покажу вам одну из них. Вот. На колесах.
Пока. Где? Много рыбы. Можно я паузу нажму? Большие рыбы. Но мы их напугали. Если тут у берега столько рыбы, то тут вообще полно рыбы, значит. Да, вон там вот одна. Я в шоке, сколько рыбы. Угу. Вот стая на солнышке. Где солнышко? Вот я вижу. Мальки. Да это уже не мальки. Даня очень хочет лодку. 2024 год. Дорогие друзья, сейчас без 15:09, конечно же, вся база спит. По пути в умывальник я встретила мужчину в трусах, уже другого. Тут все чувствуют себя раскованно, больше людей нет. Спят абсолютно все. Первое утро у меня было в 4. Приступ кашля удалось купировать без таблеток, только горячим чаем. Термос у меня заканчивается уже. Литр мы взяли. Вчера мы его начали где-то... Зачем я так держу телефон? Вопрос. Литр чая начали около... Не знаю, мне кажется, 7 вечера начали. И сегодня он закончился вот в 8 утра. О, Тёма звонит. Красивый. Стесняешься? Угу. Ну, сейчас пойдем спросим вместе. Если можно, будет даже лучше, потому что я буду просто не работать. Так с ними хочешь? Так, поговорили с Тёмой, у них все отлично. Вика делает, Тёма руководит. Все отлично справляются. Сейчас плюс 15, но на солнышке тепло. Даже немного припекает. Всем пока! А еще тут очень много ягод. И никто их не ест, потому что всем, по-моему, лень. И мы ходим, едим малину, и смородину, и землянику. И почему-то на нас так смотрят все. Что это мы едим? Вчера весь вечер ели. Я думала, мы уже все съели. Ну, как много. Ну нет, просто старый такой запах. Запах невкусный, действительно. Ну уйди, уйди. Так. Так. Работает. Чайник не обнаружен, но... А, вот что такое чайник. Может, он еще и чей-то. В общем, буду пить водичку сегодня. Мы оплатили лодочку. 300 рублей за час. И сейчас... Вообще, я уже кушать хочу. Пойдем мы на лодочку. Доме корм. Домик 8-2.
Ищи 7:22. Подожди. Даня первый раз учится. Давай двумя. Мам, я ж ничего не вижу из-за воротника. Ничего страшного. А выгребать воду когда? Да никогда, она не течет. Это если лодка течет, то надо выгребать воду. Все, друзья мои, у нас тут немножечко стресса. Но мы справляемся. Плывем на тот берег. У нас есть штурман. Мам, когда поворачивать? Хотел? Не поворачивай. Отлично гребешь. Может, ты гребец? Лодка качается. Как вы не поверите, мы приплыли. Даня даже затащил лодку. Мы переплыли всю эту реку. Мам, мы сможем разжигать хвост. Ну и что мы сделаем? У нас нет якоря. Потяни ее еще сюда, а то она уплывет. Тут есть люди, мы на них плыли, но они уплывают как раз. Что у них, 4 лодки, что ли? Как мы вернемся? Течение вот оттуда сюда. Мы приплыли вот из этой точки. Мы плыли практически ровно. Чуточку здесь нас стало уносить, и мы приложили большую усилие. Тут очень хороший песок. Можешь снять сандалии, походить. Тебе круто будет. Вот это может тот дяденька-то. Что это? Что он делает? Это значит, их папку сдавает. Жаль, что наши не захватили. Снимай ботинки, снимай. Отдыхай, мы сели. Девочки, мы страху натерпелись, что мы рады, что мы сели. Это не камыши, это трава. Короче, нас там очень круто уносило, и нас очень далеко унесло, и мы выруливались вместе. Руки отваливаются. Но мы приплыли к нашему берегу. Ура! И тут есть кувшинки. А давай назад переходим, ты сорвешь цветок. Не было задачи устать, но все равно мы ее нашли, эту задачу. Покатались на лодке. И теперь мне ребенок не дает отдыхать никак. Говорит, пора дальше куда-то бежать. Мама меня должна на тележке покатать. Должна. Вот. Оказывается, у Дани была мечта еще кушать в кровати. Хорошая мечта у человека, у которого кровать на втором этаже находится, двухэтажная. Никак не поесть в кровати, да? А я все время ем в кровати. Все, у меня сил нет. Самое страшное было, когда течение нас уносило, руки заболели сильно. Мы гребли вдвоем, 4 руки, 2 весла. Я как бы не помешал. Якорь там не достал бы. Якорь вообще не нужен. Якорь бы нас не спас. Нам нужно было, нас унесло, вернуться назад и причалить к своей тихой гавани. Мы очень этого хотели. Силы закончились, солнышко пекло 10:30. Руки заболели, и все, сил не было вообще, они закончились. Вот, сравните эти две косточки, эти две. Это все снова отекло. Короче, нашли себе развлечение. И сейчас тащит меня на качели. Ну все, я ложусь 15 минут. А у тебя 15 минут Винни-Пух, он всегда с собой. Мне помогает эта штука. Колени не надо пачкать. Липые, что ли? Так, дорогие друзья, мы нашли тут душевые. Как ни странно, вот так вот они выглядят. Там 3 душевые, но между ними есть перегородочки, но нету, это что такое, солнышко, но нету дверей.
Поэтому Даня занял 3 душевые. Я жду, потом я пойду. Мы погуляли по лесу, собрали черники, наелись. В пакетик собрали. Кустов наломали. Знаю, что нельзя, но наломали кустов для Вики и Тёмы. Вот. И мы, в общем, хотим домой. Хотя еще только 2 часа дня. Вот. Ну, мы... Это, Даня боится всего. Тут летают мы какие-то городские. Слепень пролетел. В душ он не мог зайти. Там слепень летает. В общем, все страшно. На самом деле пустовато. Мы уже наотдыхались. Людей нету. Тишина. Слушаем птичек. Очень классно просыпаться под пение птиц, а не под мат алкоголиков, как я уже привыкла. Вот, тут очень круто, очень хорошо. Вот так красиво вообще. Такие высоченные сосны. Народ говорит про лисички, но мы не нашли ни одной лисички. Скоро поедем, еда заканчивается, между прочим, немного мы взяли. 2 контейнера мы съели рис с курицей и просто курицу. Я съела авокадо, Даня, яблоко огромное. Там булочка была, печенье, целый пакет. Но самое главное, что закончился чай. Я посмотрела, вроде как эта посуда, она общая. Я такие чайники видела на кухне. Но даже если я возьму этот общий желтый чайник, чтобы поставить на газ, мне нужна зажигалка. А когда мы получим кипяток, нам нужен чайный пакетик, а у нас нету. Вот. Так что в следующий раз надо будет брать чайные пакетики. Ну, не знаю, что, или кипятильник, или что. Чайник, что ли, брать? Ну, обычно все, куда мы ездим, мы хотим еще раз. Но мы никуда второй раз не ездим, потому что слишком много мест мы хотим посетить. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Все я вам уже по разу показала. Сейчас пройдем еще по кругу. Еще раз на качельке, еще раз к водичке. Уже показывать не буду. Ну, в общем, мы наслаждаемся тишиной и уже хотим домой. Была такая идея взять сегодня Вику и привезти сюда и на вторую ночь с Викой. Но это так легко, сказка сказывается, да, ехать в город 2 часа, отвезти Даню и забрать Вику еще 2 часа. Я не выдержу 4 часа за рулем. Я бы выдержала, если бы не тратить силы на их споры, уговоры, сборы вещей и так далее. Чисто втопить 4 часа, пожалуйста, а вот с детьми как-то сложно. Поэтому сейчас мы принимаем душ и потихонечку отчаливаем. Тут выезд в 4, наверное, так приблизительно и будет. И по лесу походим там, где мы вчера были, когда мы еще не доехали. Вот там было очень много черники, может быть, лисичек найдем. Вика подогрела себе и Тёме вчера грибной суп. И сейчас они снова будут есть грибной суп. Тот самый, который я давно-давно приготовила, когда мы... Красный гриб нашли огромный. Вот из красного гриба у нас, представьте, с какой задержкой выходит видео и как долго мы еще и кушаем. Вот, такие мы экономные. Если бы мы жили в лесу, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, мы бы ели грибы и были бы счастливы. Всех люблю, всех целую. Сейчас забабахаю селфи. Надеюсь, получится хорошая картинка. Не забудьте поставить лайк, вам не сложно. Канал продвинется, не знаю зачем. Когда-нибудь наступит монетизация. Пока-пока, прямо из-под сосен. Ой, какое солнце. На самом деле там 24 градуса, но нас спасают сосны, нам очень круто. Этот эпизод с цветочком для Вики. Вика, вот эту кувшинку или лилию водную, не знаю, как называется. Мы хотели тебе привезти, но понимали, что она не доедет. Вот так ее смотри. А тут вы видите, Данечка грузит вещи. Он познакомился с детьми. Там был день рождения. Молодец. И я еле-еле его отрываю и везу в город. Девочки, эмоции от поездки зашкаливают. Мы, конечно, сумасшедшие, что рискнули плыть на этой лодке. Секретничают. Да. Итак, по поводу лодки, жилет, который был на мне, совершенно не являлся
спасательным и безопасным. Это я поняла уже на следующее утро. Вика спит. 21:20. Даня лег. Перед самым отъездом Даня познакомился с детьми. Его пригласили на день рождения. Я его еле утащила оттуда. Выехали поздно. Но все же выехали. В 17:30 выехали. Все-таки добираться не час, а чистых 2 часа. А дальше что скажу? Первый раз была на Воксе, мне очень понравилось. Тёма с Викой справились, но Вика не слушается. В общем, такая у нас новая проблема. Она смотрит телевизор без перерыва, что она хочет. Только не телевизор, а Ютуб. Вот, значит, не ест, что ей оставляют, ест, что хочет. Без спросу взяла мороженое, забыла закрыть морозилку хорошо. Втихаря взяла мороженое. Вот, потом Тёма заметил. Короче, мороженое как-то набросила. Оно там растаявшее, но в пачке, не открытое почему-то. А морозилка была открыта несколько часов. И там все во льду. И мне пришлось сейчас чистить все. Дверь не закрывается. Пришлось вынуть 2 поддона. Вынуть все продукты. Господи, сделать полную ревизию морозилки. Какой-то кошмар. Вычистить весь снег и лед. Но думаю, что так совпало. Наверное, это раньше уже накопилось. Даня еще сейчас в 9 ровно пошел в магазин. Купил самое необходимое. Папа прислал деньги после того, как я на него надавила. Наехала. Я работаю коллектором. Значит, прислал деньги. Даня купил молоко, сыр. Он это не ест, это Вике и нам. Курицу, чай. Я без чая 10 часов. Сейчас сойду с ума. Вот я сделала. И сейчас не могу дождаться, когда остынет. Так, коротко, быстро отвечу по поводу картошки, которую вы написали в мундире. Вы можете себе представить, сколько движений руками надо сделать, чтобы положить вообще картошку в кастрюлю. Это не про меня. Нет, я лучше гречку сварю. Лапшу заварю за 3 минуты, еще что-то. Но картошка это чересчур. Но если вы хотите уж совсем серьезно, чтобы я ответила на этот вопрос, я боюсь, что вы отпишетесь от этого канала. Я не считаю картошку полезным продуктом. Я не хочу, чтобы мои дети ее ели. Иногда они все равно ее едят. То картошка фри попадается, то где-то пюре попадается. Вот. Но тут дискуссия может быть бесконечной. Пожалуйста, ваши версии выдвигайте в комментариях. Я не считаю, что картошку надо кушать. Иногда можно, но так прям, чтобы мне ломать руки и ее мыть, класть, доставать. Не-не-не. Гречка, рис, лапша, которая состоит из муки и воды, это лучше. Все, мы наконец-то дома. Конечно, это было очень экстремально. 2 суток в линзах раз. Паника, что у Дани начнется аллергия ночью на этот деревянный домик 2. Паника при переплывании реки это 3. Да, скажите, усложняешь. Ну так вот, мне так весело, мне так интересно. А еще вы написали мне, что я создала проблемы с этим душем, надо было кастрюльку вскипятить. Девочки мои, я телефончик сейчас еле держу, я из руки в руку перекладываю. Какая кастрюлька? Мне одна родственница по Марселю сварила щи 2 или 3 литра. Долго объяснять, что потом было. В общем, нет, это не про меня, мне это ничего не подходит. Я не могу вскипятить кастрюльку или чайник и намыть голову с помощью накипяченной воды. Нет. Все, я, конечно, все это могу. Это будет дико больно. Я все это могу, но я не буду ничего делать. Я и так слишком много боли терплю ради того, чтобы необходимые какие-то дела делать. Короче, мы на сутки просто вылетели. Не знаю, какой длины это видео. Просто как в портал в какой-то провалились, отдохнули, вернулись тут обратно, все эти проблемы, дела опять надо что-то рассчитывать. А, ну и главный -то экстрим заключался в том, что ну прям нельзя купить ничего. То есть ни чай, ни булочку. То есть надо было все взять с собой. У нас не было ни тарелок, ни чашек. Но у нас еще и еда закончилась. Мы приехали такие голодные, мы звонили Тёме заранее, он заказал еду, накормил нас Тёму. Да, я хороший коллектор. Папа прислал деньги на ролики. Даня возжелал опять пойти на занятия по роликовым конькам, как в прошлом году летом. Папа прислал на 2 абонемента деньги.
на занятия роликами. 4 занятия Дани, 4 занятия Вики. Это очень дорого. А страшно сказать, сколько. Скейт-таун. Нам очень нравится преподаватель. И папа прислал деньги еще и на продукты 6000. То есть вообще просто все. Но, девочки, не так все прекрасно. Сегодня 22 июля. И до этого дня он прислал нам ровно 5000 рублей. То есть на 22 дня на 2 детей 5000 рублей. Нормально, умеете так? Я не умею. Но вот Тёма помогает, поэтому мы справляемся кое-как. Вот. Так что, дорогие друзья, вечер закончился хорошо. Продукты появились, но за холодильником я не домыла, все брошено на полу. Ложусь, у меня еще вот тут чуть-чуть так тяжесть не болит, а тяжесть из-за того, что я горебла. Всех люблю, всех целую. Пишите, какие у вас экстримные виды отдыха. Вот у нас такой вид отдыха за 1600 без удобств, но зато под крышей хотя бы были, как будто вместо палатки. Домик попахивал вот этой старой древесиной. Когда я вошла, я так перепугалась, что вдруг будет... Кто смотрит давно канал, помнит, что было на второй даче. Вот, не хочется повторения. Я не закрыла дверь. Мы с открытой дверью спали с комарами, лишь бы только к нам шел свежий воздух. Вот. Всех люблю, всех целую. Не говорю подробно про эту ситуацию, потому что знаю, что дети когда-то посмотрят это видео, чтобы не напоминать. А так они наверняка забыли. Пока-пока. Не забывайте поставить лайк.